Очень приятно, где здесь мои близкие, мои друзья. И, конечно, здесь присутствует легендарный скрипач Гасан Мамедов, группа Гюнеш Ашхабад. Давайте ему поаплодируем. Он сегодня зуб вырвал. И мы сейчас едем так хорошо. Поэтому мы собирались сегодня с ним поиграть, но видите, как получилось, что получилось так, что свистит у него там в дупле. Салам, Гасан. Ну, конечно, здесь у нас в гостях великий мастер кулинарных гармонических композиций, имя которого Салих Ханкишиев. Вчера мы были на его званом ужине, и сегодня нам удалось пообедать у него. Да, вот это добрый человек. Но, конечно, сегодня, увы, ни Гасан, ни я никакого отношения к вашему вечеру с Энвером не имеем. Тем не менее, желаем вам приятного вечера и хорошего настроения. А теперь, Энвер, следующих успехов. Спасибо. Конечно, я здесь не вижу Алексея Семеновича, но тем не менее, это большая честь выступить в его клубе или дворце, скажем, такое мнение, все равно приятно. Это легендарная личность, поэтому я тут,
конечно, не каждый похвалится. Это как, скажем, у американцев блюноте поиграть, это значит, у Алексея Семеновича быстро. Ну, так, я как бы потихонечку перехожу уже к своему основному занятию и постараюсь вам сделать такое маленькое путешествие вокруг света. Thank you.
Слава вам. Спасибо. Вы знаете, хочу это... Есть очень интересный анекдот. Может быть, это было правда, не знаю. Но выходит ведущий на концерт и говорит: уважаемые дамы и господа, сегодня впервые ансамбль песни и пляски МВД России исполнит для вас песню из репертуара группы Beatles, которая называется Come Together, что в переводе означает «пройдемте». Ну, конечно, настроение у нас всех прекрасное, дай Бог всем здоровья, с наступающим вас. И хочу вам сыграть такую тоже веселую композицию. История, которую вы все знаете. Я как-то встречался с Бобби Макферрином на его концерте, он меня пригласил поиграть с ним. Пару композиций мы там сыграли. Когда я у него был, я у него говорю: ну что будем играть? Может, говорю, вашу знаменитую вот эту, Don't Worry. Он говорит: не, да только не это. А чему друга? Ну, в общем, мы сыграли там в Киеве, это был концерт во дворце Октябрьский. Ну, конечно, сейчас его нету, поэтому я могу как бы сыграть вам что-нибудь такое наподобие. Конечно, с его интерпретацией. Thank you.
Такой был фильм «Сезон любви» японский. Кто знает, еще, может быть, помнит. Но неважно, я сыграю вам тоже композицию, потому что на самом деле очень красивая мелодия, мало кто ее играет. Хочу вам, ну раз уже обещал там вокруг света, значит, я думаю, что сейчас пора отправиться в Узбекистан, оттуда в Крым, и вот такое небольшое путешествие сделаю. Тем более, учесть, билеты очень подорожали с Ташкента в Симферополь, не всякий может летать, так мы можем прокатиться так, отсюда прямо. Thank you.
Кстати, дорогие друзья, вот прежде чем я сыграю эту композицию сэра Пола Маккартни, которая называется «She's a Woman», здесь у нас в зале присутствует наша тоже знаменитая джазовая певица Наталья Нурмухамедова. Я надеюсь, она здесь. Наташенька. Да. Поэтому, Наташа, в лице вашей, для всех женщин, звучит это. Композиция, ну не знаю, как она, насколько она будет вам приятна, но думаю, что это от души. Там немножко было в другом ракурсе, а у меня будет немножко другой вариант. Чуть монитор голоса, а то я так же. Алло, раз-два. А у тебя хорошо, спасибо. Я как один гитарист, знаете, я люблю вообще анекдоты рассказывать про гитаристов. Приходит домой вечером, там сумка, примочки, там весь такой взмыленный, а там сосед курит на балконе. Говорит: а маэстро, ну что ты, как концерт прошел? Говорит: великолепно. Зрители были очень довольны. Они кричали: довольно, довольно. Сейчас, дорогие друзья, для вас звучит композиция, которая называется «Хайтарма». И... Крымско-татарская «Хайтарма», это 7/16, размер такой, если кто-то в музыке, конечно, понять имеет, такие ломаные размеры. И очень популярна эта музыка как и в Средней Азии, как и на Балканах, в Турции, и даже, я вам скажу, не поверите, в Африке. Правда, там только мелодии нет. Thank you.
Thank you.
Ну, в заключение первого отделения. Знаете, у меня была такая история, когда впервые услышал Алексея Семеновича, «Арсенал», это был 70... Не вру, это было в Ташкенте, в кинотеатре «Бахор», как сейчас помню. Мы как студенты там, молодые еще, мне говорят, поехали, говорит, на концерт «Арсенала». Я говорю, а кто такой? Говорю, не знаю, что за группа. Он говорит, поехали, Алексей Козлов там играет. Мы приехали, да, у нас денег нету, ну, естественно, там, мы уже где-то вот постояли минут 5-10, там, добрая себя, довольная такая женщина, она, заходите, мальчик. Мы зашли, то вы, говорит, нас будете на ступеньках сидеть. Ну, вот как вот сели, я помню, как себя вот смотрел, слушал, вот только сели, да, вот он одну вещь где-то начал играть, и мы как бы, у него же композиции длинные, как бы, тогда, ну, я как помню, вот такие, не как песни были, вот, по-серьезному, очень крупной формы. И вот я вот сел, и буквально вот, как мне показалось, через 15 минут он вдруг объявляет последняя композиция. Мы заканчиваем свою программу, я был дико возмущен. Знаете, для меня был шок, как это, только сели же, говорю. Вот такой у меня была ассоциация от этого концерта, потому что я действительно посмотрел, вот прошло 2 часа. Вот это для меня 15 минут, вот это был действительно показатель. Вот. Так что снимаю шляпу. Поэтому это навсегда эту историю всем рассказываю. Спасибо. Соло о хоре имени Пятницкого в сопровождении оркестра струнных народных инструментов.
Композиция называлась «Память». Ну, предлагаю отправиться в Армению или на Кавказ. Разницы нету. Музыка там очень похожая, интересная. Для вас звучит белийская шалахо. Thank you.
Спасибо, Саула. Ну, как вы все убедились, гитара это даже не просто маленькая фортепиано, но она еще имеет функции оркестра, там, может даже запеть, может даже изобразить другие инструменты. Но то, что я для вас сейчас играю, это будет, в общем-то, совсем не то, что вы ожидаете. Возможно, и ожидаете, кто-то если видел. Значит, я вам хочу сыграть такую композицию, хотя еще не вечер. А композиция будет называться «Утро в колхозе Завет Ленина». Доброе утро, говорит и показывает Москва. Thank you.
Все. В Испанию.
Сейчас для вас прозвучит блюз «Коктебель». Приезжайте к нам летом, в сентябре, вот у нас джазовый фестиваль, международный джаз «Коктебель». Living Blue Bay. А там проходит также джаз «Коктебель» тоже. Ну, с разницей, может, две недели, неделю. Так что выбор за вами. Можете оба сразу.
Мама Кабыл, к сожалению, вопросы к Тимуру. А? Я, честно говоря, не занимаюсь этим. Ну, я думаю, что мама Кабыл еще будет жить. Тут же вопрос, как бы, наверное, какие-то есть проблемы, может быть. Но это не моя компетенция. У нас сейчас просто блюз. Я сам зря ты вырвал зуб, брат. Вот так мы с ним постоянно ругаемся. Есть один такое очень интересное предложение вам. Конечно, игру в четыре руки на фортепиано вы все видели, да? Многие, во всяком случае. А вот на гитаре, наверное, немногие. Я кому-нибудь могу предложить попробовать сыграть вместе со мной. Желающие есть? Давай, Макс. Как вас зовут? Мансур. Смотрите, Мансур будет играть здесь, я буду здесь. Так, нашел 4, да? Мы сыграем вам шотландскую. Называется «Юбка». Так, ты руку сверху, как я играю. Вот так играю. Тут очень просто научиться. 2 секунды, и все играют. И вы даже люди удивятся, все, что мы говорим. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Спасибо большое. Мой концерт, к сожалению, заканчивается. Я думаю, что тут Наташа еще не ушла. Ушла Наташа? Наташа, ну ты как это? Видишь, это настроение так? Курганский долин настроение. Наташа, у тебя тоже зуб вырвали, что ли? Да, да, в следующий раз. Ну, хорошо, ладно. Тогда же придется одному заканчивать игру.
Наступающим вас Новым годом! Желаю всех благ, все ваши желания, обалдеть от ваших возможностей. Спасибо, Саулус, Саулус.